Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Всем привет! И с вами сегодня мы, три подружки. Я, Аня, Миля и Наташа. И нам очень нравится вместе играть. И вас тоже приглашаем, дорогие телезрители. Всех? Всех! И тех, кто постарше, и тех, кто помладше. Девочки, честно говоря, мне с малышами даже больше играть нравится. Мне тоже. Согласна. Они такие забавные, сами, как игрушки. В некотором сказочном веселом городке жили небольшие человечки-коротышки. Человечки-лодочка катались по реке, а по вечерам читали книжки. Утром только солнышко коснется их лица, любят коротышки просыпаться вчерами. Каждый коротышка роста меньше облака, а у плана как у великанов. Зрители. Знаете, девочки, а не позвать ли нам еще поиграть и взрослых? Только если они пообещают, что не будут мешать. А то я знаю, как мама с папой появится, сразу начнется. Аня, не кричи. Миля, не бегай. Моя мама всегда говорит: Наташа, не прыгай. А мы же не учим их, как футбол смотреть. Или часами по телефону болтать. Пусть они к нам не лезут. А мы сами с усами. Oh.
вместе растем все выше. Мне, девочки, очень нравится играть в куклы. А тебе, Аня? Ой, мне тоже. Куклы – это мои настоящие подруги. И мои. Я с ними обращаюсь, как с живыми. И знаете что? Что? Иногда мне кажется, что так оно и есть. Вот, смотрите. А еще здорово играть просто на улице. Если погода хорошая. Ну да, иногда бывает, что вышла во двор погулять, а там никого и нету. Ну да, все или уроки делают. Или куда-то с родителями уехали. Или их за что-то наказали и дома оставили. Ну и тогда есть чем заняться. Например, покачаться на качелях. Ну да. Никого же нету. Девчонки, наконец-то качели свободные. Ура! Мат, от кого газбайк знесли смог?
мат, от кого капелек свакар зблав. Мат, з'яди велрей шупля цясму, мат, з'яди вел катала верни ба. Кам тава шупля дзяс макрутис, та катра дзиве соли манер клад. Скам приекос беда скадир гру. Reiz atpus katra balst, izskan katra šūpļā dziesma, tikai dziesma nenosaust. Dziesma cauri mūžiem liesma, dziesmai nepienāk pat gals, kad jau klusē mātes balst. Reiz atpus katra balst, izskan katra šūpļā dziesma, tikai dziesma nenosaust. Dziesma cauri mūžiem liesmu, dziesmai nepienāk pat gals, kad jau klusē mātes balss. Самая-самая главная-главная вещь,
которую здорово делать вместе с друзьями. Мне кажется, что я догадалась, о чем ты говоришь. И я тоже. Девочки, давайте хором скажем. На 3-4. 3-4. Смотреть мультики. Смотрим. Нам помнится вороне, а может быть собаке, а может быть корове. Однажды повезло, прислал где-то сыро, гром думается вместе. А может быть и Христо, а может полкило. На еле она взлетела, а может не взлетела. А может быть на бальню разбегом собралась. И там она позавтракать, а может пообедать, а может быть поужинать спокойно собралась. А может не бежала, а может это страус злой, а может и не злой, а может это дворник был. Что так сразу дворник? Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой. Послушайте ворона, а может быть собака, а может быть корова, но тоже хороша. У вас такие перья, у вас рога такие, копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть залаете, а может замычите, корова ведь мычет. Может быть собаки, а может быть коров. Конечно же упал и прямо на лисицу. Чего вы ждали? А может быть на страуса, а может быть на дворника. Немедленно попал. Не стойте, не прыгайте, не бойте, не пляшите. Там где идет строительство или подвешен груз. А на этом наша передача подошла к концу. Девочки, ну хватит вам уже играться. Передача закончилась. Ну так жалко, нам так было весело вместе играть. И с вами тоже, дорогие телезрители. Девочки, ну вы не расстраивайтесь. Передача закончилась, а дружба-то наша продолжается. Пока! Всем удачи!